На территории Артемовского городского округа прошел конкурс «Лучший объект торговли и общественного питания по чистоте и порядку» в 2015 году. О его итогах рассказал директор муниципального бюджетного учреждения «Жилкомстрой» Евгений Исаков. На основании поданных заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией проводился объезд объектов торговли и общественного питания Артемовского городского округа. Объекты оценивались по следующим критериям, установленным постановлением. Наличие договора на вывоз и размещение отходов объекта, наличие актов, талонов, выполненных работ по договору на вывоз и размещение отходов, оформление вывески объекта торговли, санитарное состояние отведенной прилегающей территории, наличие урн для мусора около объекта, наличие обустроенных цветников на отведенной прилегающей территории, доступность объекта торговли для посещения посетителями с ограниченными возможностями, а также общее эстетическое выполнение объекта. Целью конкурса, как отметил Евгений Исаков, было поддержание данных объектов в таком же хорошем состоянии, в котором они находятся сейчас. Этот конкурс проводится взамен конкурса, который проводился в отношении сельских населенных пунктов в прошлые годы. В этом году проводился немного, он видоизменился и в таком объеме проходил. По итогам конкурса победителями стали 6 объектов. 3 в номинации «Лучший сельский объект» и 3 в номинации «Лучший городской объект». Как сказал директор муниципального бюджетного учреждения АГО «Жилкомстрой» Евгений Исаков, победителей ждут призы и подарки.